Доброе утро всем вам. Здравствуйте, меня зовут Юлиан Макаров. Мне очень приятно приветствовать тех, кто любит, привык встречать утро в главной роли. А сегодня в нашей студии, здесь непосредственно в главной роли, народный артист России, лауреат 4 государственных премий, художественный руководитель и директор Центра имени Мейерхольда в Москве и художественный руководитель Александринского прославленного Пушкинского театра в Санкт-Петербурге Валерий Фокин, народный артист России. Мы с вами встречаемся накануне Международного дня театра. Я, пользуясь возможностью, заранее поздравляю, здесь опасаться нечего, поздравляю вас с этим праздником. И хочу спросить, ведь прежде всего ощущение театра проходит через общение с людьми, с личностями, которые по-настоящему, в хорошем смысле, больны этим волшебным, по-разному можно воспринимать, институтом общества. Те люди, которые, может быть, впрямую относятся к этим знаменитым словам: «Идите в театр, ступайте и умрите, если сможете». Вот они смогли раствориться там. Мне кажется, будет правильно, если вы с высоты своего положения вспомните людей, которые, ну вот, для вас являются абсолютным воплощением, личностным воплощением театра. Ну, мне повезло в этом смысле, потому что у меня много таких примеров было. Во-первых, все-таки мне повезло вдвойне, а может, очень сильно, что моими первыми учителями были прямые ученики Вахтангова. Это тогда мы не понимали. И я этого не понимал, и они были какие-то пожилые люди, и немножко такие чудаковатые даже в какой-то степени. Но сейчас ты понимаешь, что они были прямые ученики Вахтангова, а Борис Евгеньевич Захал еще был и работал еще и с Мейерхольдом. И просто работал в лесе, играл. И, то есть сейчас только ты доезжаешь, что это были за личности. И Марианна. Марианна Рубена, да. Тарзахарова, замечательная, это ученица Захавы, тоже мой непосредственный учитель, который мне очень дала много. Ну и вообще по жизни я встречался с очень такими, ну, настоящими театральными личностями, которые, как мне кажется, на меня повлияли. Там кто-то больше, кто-то меньше. В театре «Современник», конечно, и Галина Борисовна Волчок прежде всего, и Табаков, который тогда, будучи директором и играющим очень сильно артистом, тоже по-своему все преподавали мне уроки театра. Потому что в институте, вы это знаете, в театральном получить до конца понимание о театре невозможно. Там могут тебя немножко развить, раскрыть, если это получится, какие-то навыки дать. Но все начинается в самом театре, потому что только тут ты понимаешь всю эту сложную, иногда больную, но тем не менее это, так сказать, одна из составляющих этого предприятия природа, и самолюбивая, и капризная, и такая, и при этом невероятно родная, невероятно замечательная, потому что это чудо сочинения другого мира и раскрытия себя настоящего может происходить только для меня, только в театре, и для них тоже. Потом мне вообще повезло еще в том плане, что я работал и общался очень долго с Зиновьем Ефимовичем Гертом, который в этом отношении, вот, отвечая на ваш вопрос, конечно, был один из таких ярчайших представителей. Ульянов Михаил Александрович, Глузский Михаил Андреевич. То есть это такие крупные личности, которые, конечно, на меня и влияли, и которые вообще просто учили, потому что учиться надо все время. Если оттолкнуться от слова «международный», я с удовольствием почитал вашу книгу «Беседы о профессии», и там большое внимание уделяется, скажем, Еже Гротовской. Я вспоминаю, в Петербурге вы приводили ко мне в гости на программу Тадаши Сузуки. И вот если говорить об этих личностях, вы как человек, воспитанный в русской театральной школе, где постулатом является пристальное внимание к внутренней жизни человека, вот насколько эти люди были вам интересны и полезны? Невероятно полезный, невероятно интересный. Вообще, я считаю, что русский театр, он в своих таких сильных проявлениях всегда был раскрыт к зарубежному опыту, к лучшему зарубежному опыту. Тут самый главный пример, конечно, это Мейерхольд, к
который настолько замечательно знал старинные театры, начиная от испанского, китайского, японского, и превосходно пользовал эти приемы, но пользовал не заимствованно, а пользовал, перерабатывая, проверяя через себя, раскрывая эту природу и условного, и пытаясь ее сочетать с природой внутренней правды. Международный опыт, ведь он не просто обогащает, а он как бы уводит нас немножко от быта. Потому что русская природа театральная, при всей своей мощности, к вниманию к человеку и так далее, она в плохие моменты очень склонна к некой такой бытовой мелодраматичности, которая выдается за чувствование. Но если говорить серьезно, то, конечно, русский театр, он всегда к форме, при этом давал примеры великие формы. Тот же там Мейерхольд, и Вахтангов, и Дикий, и Любимов, и сегодня можно назвать режиссеров, которые этим владеют. Вообще, весь театр, он же ведь состоит из таких обманов, из таких неожиданностей. А вот эти неожиданности в других системах театральных международных, они очень значительные. Поэтому я считаю, что чем больше мы будем... Другое дело, что нам нельзя растворяться, и ни в коем случае нельзя говорить, что вот только там все оно и есть. Это не так. Потому что все наши артисты лучшие в мире, мне так кажется. Я недавно узнал, что при вашей непосредственной помощи была издана книга «Внучки» Всеволода Эмильевича Мейерхольда Марии Алексеевны Валентей. Да? И вот мне кажется, что вот такие книги и такие поступки, они как раз необычайно необходимы для того, чтобы вот эту тонкую ниточку... Времени-то в историческом масштабе совсем немного прошло, но чтобы эта ниточка не терялась. Внимание к прошлому, такое не начетническое, не слепое, а именно живое внимание, отбор живой традиции, не мертвой, не догматической, это очень важно. И в данном случае обращение к людям, к прошлому, к людям театра, от которых мы сейчас даже упомянули с вами целый список, включая и Гротовского, конечно, великий реформатор, безусловно, театра. Это очень важно, потому что молодежь подчас не знает. Я иногда на репетициях просто в шоке, потому что там бросаешь какую-то фамилию, специально даже я стал называть какие-то фамилии, просто чтобы, и говорю, знаете, конечно. И вдруг я вижу, что люди этого не знают. Это очень страшно, когда я учился. Нам казалось, что Станиславский – это вообще ужасно. А сейчас мы все понимаем, что Станиславский далеко не ужасно. Но он был так подан тоже учителями, своими плохими учениками, которые сделали из него бронзовую фигуру и перевернут. Так и с Мейерхольдом. Потому что сегодня никто не сомневается, что Мейерхольд – это великий режиссер. Но важно понять, что он для нас сегодня. Поэтому... В этой связи очень была интересна полемика зрительская вокруг вашей третьей вариации «Ревизора», третьего явления. И полемика очень острая, от абсолютно восторженного приятия до неприятия. Неприятие, что это не может быть и так далее. Значит, в этом есть живая кровь, значит, есть в этом живой нерв, и если это задевает, это здорово. Это и есть театр. Конечно, там очень смешно, зрительница одна, она так просто плакала, и успокаивали, я помню, на первых спектаклях «Ревизора» в фойе, и когда к ней спросили, а что с вами случилось, что такое? Она говорит, Хлестаков же, нельзя так про Девотченко. А говорит, а что так с Хлестаковым, какой он? Он же милый! То есть то, что он не милый, довело ее до волокордина. То есть вот это интересные такие реакции. Но, с другой стороны, это тоже Гоголь, который был великий в этом смысле, нетерпимец и, так сказать, безжалостный человек. Ведь это не милое понятие, нечего на рожу пенять там, на зеркало. Это же не милое такое выражение. Это выражение очень суровое. Для 1836 года, для премьеры, очень суровое. Да и сегодня, так сказать, оно очень важно. «Ксения. История любви». И вот я хотел бы немножко на этом спектакле остановиться, потому что для северной столицы спектакль посвящен святой Ксении Блаженной. Это отнюдь не пустое имя, а имя как раз очень сердечное, наполненное и помогающее очень-очень многим людям, не только петербуржцам. Не было ли боязни, что называется, осквернить, уж извините за такое слово, тем более, что наверняка найдутся люди, которые, попробуют вас в этом упрекнуть.
Нет, боязни такой не было, потому что изначально все помыслы и мои, и артистов были чрезвычайно искренние и соответствовали вот тому, о чем вы сейчас говорили. Потому что мы все прекрасно понимаем, и я тоже понимал, что это за, так сказать, женщина, что это за тип, что это за святая, именно прежде всего даже для Санкт-Петербурга. Самое важное вообще имя, там можно назвать еще Иоанна Кронштадтского, Александра Невского, но это одна из самых главных таких символов города. Другое дело, я всегда подчеркивал, что церковь и театр – это совершенно разные учреждения. И поэтому те, кто путают, иногда сознательно, исходя из своих мотивов, у нас сегодня время мотивов уже активное, а иногда бессознательно, вот там вот я, значит, многие рвутся в театр. То сейчас театр пользуется, спектакль пользуется таким зрительским успехом, вот как спектакль «Говори», который мы вспоминали. Да. Примерно таким. Театр Ермоловой. Потому что люди стоят, сидят, тысячный зал забит до последнего яруса. Я понимаю, почему, потому что особенно сегодня время еще такое, когда многие в растерянности, и потеряны какие-то надежды, и надо эту надежду обрести. И как раз вот в этом смысле, в этой ситуации люди тянутся к вере, люди тянутся к надежде. Поэтому многие путают просто театр и думают, что там они увидят вот то, вот ту свою Ксению, вот ту, которую... Но это не так, потому что театр – это светское учреждение. Это секулярное, да, конечно. Это не житие. Мы ни в коем случае никому не взялся бы за это, потому что это безумие, это неправильно. Мы просто показываем вот именно одну, что ли, тему этой женщины, которая чрезвычайно важная, эта тема, которую я для себя формулировал таким образом, как через любовь к одному человеку прийти к любви ко всем. Любовь к рано умершему мужу. Да, ушедшему мужу, который ушел там в 26 лет, и дальше отмаливание его, оживление его. Да-да-да, ведь там смысл в том, что он ушел без покаяния. Да, он ушел без покаяния, и с этого, собственно, началась вся ее история, переодевание в мужское его платье и подвиг юродства, который она на себя взяла, юродствование, которое продолжалось 45 лет. Невероятно. Но меня интересовала вот эта тема, не чудеса, опять же. Потому что какие чудеса в театре? Как это вообще? Вообще, что это запретная тема, ее не надо касаться. А вот именно вот этот духовный подвиг. Потому что я думаю, что мы ни из какой ситуации, с кризисной, полукризисной, вообще не выйдем никогда, если мы не будем учиться. Потому что научиться этому очень тяжело. Почти невозможно. Хотя некоторых получается учиться любви. Это очень сложно. И поэтому об этом спектакль нам хотелось сделать. И я очень рад, что зал, как ни странно, я-то думал, что он будет колоться вот так пополам, будет неприятно. Ничего подобного. Вот зритель такой, то, что называется даже, который редко в театр ходит, вот они в абсолютной таком эмоциональном искреннем восприятии и подъем такой в зрительном зале. Я думаю, что это, наверное, прежде всего все-таки потому, что это еще и Петербург. Я не знаю, не думаю, хотя, может, я ошибаюсь. Может, Москва тоже так бы принимала или какой-то другой город. Но подъем невероятный и у артистов, и у зала. Это всегда чувствуется, вот эта правда эмоциональная, которая происходит между залом и... С точки зрения зрительского какого-то успеха, ну, я давно у меня такого не было. Вот ощущение такой единой реакции в зале. Не эстетической, не эстетской, а вот прежде такой народный, я бы сказал, спектакль, что мне не очень свойственно, честно говоря, потому что, ну, я всегда так разделяю для себя массовую какую-то, так сказать, историю. Хотя в данном случае это очень серьезно, и, наверное, в этом есть какая-то просветительская функция. Это не развлечение, все-таки полтора часа очень серьезного разговора, когда зал сидит, тысячи человек, и воспринимает это с огромным эмоциональным энтузиазмом, это много. Но хотя я понимаю, что кто-то, естественно, к этому холодный, это нормально, кого-то это пройдет мимо. Церковью пугали меня очень и говорили о том, что вот они будут против, ну, как это бывает, желтая пресса подбрасывала, ищут, хотя никто ничего не ищет, вообще сейчас пост, вот он закончился, да, 19-го, будет заканчиваться 19 апреля только, поэтому нету никаких еще оснований для такого активного хождения в театр, тут церковный слой, еще никто даже ничего не разобрался, но уже вот там что-то. И я рад, что реакция тоже некоторых, кого я приглашал, она положительная, потому что мы искренне это делали и ни в коем случае не брали на себя то, на что мы не имеем права.
Я задам очень личный вопрос. Он вызван тем, что я сейчас читаю опубликованные дневники одного старого, доброго, замечательного, ну, действительно заслуженного народного артиста. И буквально через запись обращения к Всевышнему, и он просит у него помощи. Если хотите, не отвечайте, но бывали ли у вас в жизни ситуации, связанные с творчеством, со спектаклем, когда прежде чем поднимается премьерный занавес, вы действительно обращаетесь за помощью к Всевышнему? У меня такая ситуация ежедневно, даже когда занавес не открывается. Это для меня абсолютно важное, естественное дело. Фестиваль Александринский, он тоже имеет прямое отношение к Международному дню театра, потому что благодаря этому фестивалю, скажем, мы познакомились с тем, как творит Кристиан Люпа, знаменитый польский режиссер, кто не приезжает в Россию, все говорит, я ученик Кристиана, а тут наконец-то сам учитель приехал. Какие сюрпризы будут ждать публику, не только петербуржцев, в связи с вашей международной деятельностью, я уже имею в виду и центр имени Мейерхольда, и фестиваль? Ну, несмотря на то, что действительно все-таки там сейчас модно стало говорить, что мы из кризиса выйдем все обновленными, я так не считаю. Я думаю, что кто-то, может, и выйдет обновленный, а кто-то, к сожалению, вообще не выйдет. Это все не такая простая ситуация. Но, тем не менее, значит, в Александринке, конечно, фестиваль четвертый раз уже будет происходить. Главный акцент, который мы делаем, это мы делаем на, значит, театр Йозефа Катона в Будапеште. Это один из известнейших европейских, конечно, театров, конечно, который не был в Петербурге, и мы приводим спектакли Ашера, замечательного режиссера, последние его спектакли, и будем, так сказать, вот прежде всего делаем акцент на этот театр. Будет очень интересное по Хайнеру Мюллеру такой мастер-класс Терзополса, который будет, как он был его ассистентом, вместе с ним работал, они были вдвоем ассистентами Брехта, то есть вот тоже есть какая связь в Берлинер ансамбле и юбилей Хайнера Мюллера, и он будет делать такой очень широкий исследовательский такой мастер-класс. Кроме того, премьера, как мы обычно открываем этот фестиваль новой премьеры. Значит, это тоже я горжусь этим обстоятельством, надеюсь, что все произойдет. Премьера будет дяди Вани Чехова, который будет ставить Андрей Щербан. Это замечательный режиссер, который уже более 20 лет живет в Америке, румын, очень сильный режиссер, много работающий в Европе. Когда-то на первом чеховском фестивале был показан его «Вишневый сад». В центре Мейерхольда программа довольно большая, потому что мы там вообще огромный сейчас акцент на образовательную программу, потому что режиссеры, молодые, магистранты, вот это для нас сейчас очень важно. Во-первых, 30 мая, это год Гротовского, которого вы упоминали, и 30 мая, в день рождения центра, мы будем проводить такой день Гротовского. Я надеюсь, что приедут из Вроцлава, из центра Гротовского, покажут фильмы, записи спектаклей. Надеюсь, что приедут люди, которые с ним работают. Их осталось очень мало. Почти их нет. Но, тем не менее, есть люди и здесь все-таки. Есть Анатолий Васильев, который в последний период, так сказать, вы с ним его часто общался. Я собираюсь его пригласить. По крайней мере, такая мысль у меня есть. Мне вообще хочется, чтобы он побольше бывал здесь теперь. Мне так как-то кажется, что это правильно, потому что я не касаюсь обстоятельств его отъезда, но думаю, что все надо пересматривать в этой жизни. А то, что он необходим здесь, это, в этом я уверен. И думаю, что и ему было бы лучше, если бы он был здесь. Поэтому в этой ситуации я думаю, что я попробую его уговорить, чтобы он приехал на 30 мая. Тогда это будет вообще интересно, потому что я работал с Гротовским в 70-х годах, то есть в таком втором, что ли, его периоде. А Анатолий Александрович Толя работал с ним вот в Италии уже в последние моменты, встречался. Это уже четвертая, по-моему. Да, ну это уже после его пары театральных опытов. Да. Это уже чистая лаборатория, не имеющая как бы впрямую к театру. Поэтому вот это вот, мне кажется, могло бы быть любопытно. Спасибо вам, такая Валерий история. Владимирович. Я буквально вот снимаю у вас с уст окончание фразы, потому что мне уже подсказывают, что мы должны завершать передачу. Но, тем не менее, я еще раз хочу напомнить всем нашим зрителям, что завтра Международный день театра, и мы друг друга с этим праздником поздравляем. Мне было очень приятно с вами поговорить.
Спасибо вам, низкий поклон за то, что провели это время в нашей компании. В компании с народным артистом России, художественным руководителем Центра имени Мирхольда в Москве и Александринского театра в Санкт-Петербурге Валерием Фокиным. Счастливо. Спасибо. Счастливо.